Ребята, всем привет, с вами сегодня я, Настя, на канале Будни Кимушки. Сегодня для вас буду снимать расслабление и уборку на своем рабочем столе. Сейчас покажу вам всю свою канцелярию. Раз хочу немножко здесь прибраться и убрать все ненужные ручки, которыми я уже не пользуюсь. И также хочу поставить свои новинки. Собственно говоря, вот так сейчас примерно выглядит мой стол. Я также хочу снять постеры, которые у меня висят. Подсветку. Давайте сначала уберем компьютер. Что у меня здесь? В первом отделении у меня получается здесь прическа. Не знаю, что он тут делает. Также книги. Они просто здесь очень хорошо помещаются. Видите, у меня прям вот набор, короче. Хотя тут не хватает двух, потому что я два положила себе в пенал, когда типа собирала свой пенал в школу, значит. Пенал увидите в следующем обзоре. Я уже попробую покажу. Вот, и предлагаю как-нибудь эти пользователи выставить меня сюда, типа второй раз. Я сейчас попробую посмотреть. Это далеко не все эти пользователи у меня. Просто это новенький набор получается. Предлагаю сейчас посмотрим твои рекомендации. Вот, что это кожа спорт? Давайте лучше такое, работай кожа. Так, ну, что, давайте. Смотрите, как теперь все ровненько и аккуратно стоит, прям ничего никуда не колышется, и все супер. Как-то все так пастельно, эстетично и красиво. Так, его убираем на свое место. Так, я хочу туда положить оставшиеся свои тестовые
Ребят, ну и на этом все. С вами была Синья Настя. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании. Обязательно посмотрите все видео, которые вы не смотрели. Чем больше вы поставите лайков, тем скорее выйдет новое видео. Ну, всем пока. Пока-пока.